Наверное, кинотеатральная, вот именно широкий экран индустрия, она серьезно пострадает, вот, поскольку она лишилась практически полностью западного контента. Скорее всего, во многом, ну, как сказать, качественно, именно для массового зрителя, да, для зрителя, который воспринимает именно фудкорт, именно, как сказать, такую массовую продукцию, для массового зрителя западная кинопродукция, она была гораздо более, ну, как это называется, франшизный, приемлемый, качественный, да, и наши картины, они, конечно, именно в ментальном поле могли конкурировать, но, во-первых, у нас не было таких бюджетов, у нас не было таких, как сказать, больших вложений, и у нас это не было по определению, потому что у нас нет внешних рынков сбыта, да, собственно, какие есть, в частности, там, у киноиндустрии в Штатах. Поэтому кинотеатральная продукция, в смысле, индустрия, она, конечно, пострадает, она, очевидно, пострадает.